Мы на вершине горы. Да-да, под моими ногами на километры вниз уходят полезные ископаемые, которые почти каждый из вас употребляет, ну чуть ли не каждый день. Всем привет, с вами Макс, вы на канале Широко Шагая, и сегодня мы на озере Баскунчак. Замечательно, вагоны едут без тормозов. Колодки все в соли, в осадках. Сейчас посмотрим поближе. Вон они. Обратите внимание на осях. Это углубление на вершине соляной горы, уходящей аж на 6 километров вниз. В Советском Союзе с 60 по 63 год на соляном озере, отличающемся идеально ровной поверхностью, была организована трасса для установления всесоюзных рекордов скорости. В ходе заездов было установлено 29 всесоюзных рекордов скорости, 19 из которых превышают общемировые. Самый максимальный рекорд в 311,4 километра был установлен в 63 году. Ну а потом, как всегда, экономика, хоть и плановая, но экономика. Здесь начали добывать соль, тоже во всесоюзном масштабе. Сегодня чрезвычайно чистая соль из Баскунчака составляет до 80% добычи всей соли в России. Объемы от 1,5 до 5 миллионов тонн в год, в зависимости от потребностей. А возят эту соль по железной дороге. А на юге озера расположена гора Большое Багдо. Единственная гора естественного происхождения на всей Прикаспийской низменности. О, тук-тук, здрасте. А подскажите, пожалуйста, как эта хреновина называется, которая здесь ездит? Ремпл. Ремпл? Да. А нафига он нужен? Соль возит как. А, он тоже соль возит? 450 тонн за раз. Да ты чё? А ты чё? Охренеть. И много их у вас таких тут? Три. Ага. Ну я смотрю, тут наезжена дорога у вас. Да. Вон новый комбайн, вон комбайн. С левой стороны. Ага. Вон там вот. Тот, который грузит. А, ну да. Там стоит. Ясно. Спасибо большое. Хорошего дня. Такой переезд. Супер. А вон и дорога. А еще Баскунчак — это курорт в миниатюре. Сюда приезжают отдыхать со всей страны. Основная фишка — это повышенное содержание соли в воде. В ней невозможно утонуть, она выталкивает наружу. Давайте немножко окунемся и продолжим наше путешествие до комбайна, который добывает соль. Друзья, ну поскольку мы с вами находимся не на озере естественного происхождения, а все-таки на карьере, ну и заход в воду здесь не такой пологий, как в дикой природе. Вот посмотрите. Ощущение положительной плавучести. Удивительно.
Здесь невозможно утонуть. Только захлебнуться. Друзья, освежившись, продолжаем путешествие по соляной пустыне, похрустывая солью, которая осталась в руках. Не знаю, видно, нет. В лохмотье соли. Да, там души стоят, местные зарабатывают на помывке туристов. Парковки платные. Ну, все, как всегда, платное. Чего удивляться, когда у тебя такой ресурс, и туристический в том числе. Зарабатывают как могут. А тут заводской тепловоз осаживает вагоны, будут прицеплять еще одну группу вагонов. Работают ребята без обеднения тормозной магистрали. Ну, видимо, здесь все настолько пропитано солью, что даже манжеты на воздухораспределителе не будут держать такой воздух. Поэтому работают только с тормозами на тепловозе. А соль в них возите? Вот в этих возим соль. Ага. Сейчас пустые. Нет такого звонкого звука, как обычно при сцеплении, потому что все в соли. Ну что поделать, тут и вода, и воздух, все вот такое. Видите, как все налипло, даже на оси. Красиво, но для техники это настоящий вред. У вас проводов там нет на верхнем-то, тепловозное же вроде, да? Нет, у нас как бы, у вас как бы, Астрахань, через нас все. Астрахань, Дагестан, все через нас, короче. Два вагона, пятых. Это не тебя подбирать? У нас все, у нас цеплять. Эти порожи, видишь, мы сюда выкидываем, и едем загруженные сейчас будем поднимать. О, а с вами можно загруженными? Я красная компания. У нас камера сейчас спает, выйдет. Я понял, хорошо, вопросов нет. Мы просто так тоже катали, ебать, потом оттуда с этой. Понятно, да, базара нет. Вообще без обид. Вот парни осадили порожные вагоны. Сейчас поехали в сторону компании. Ну а мы пешочком прогуляемся. Кстати, зацените, как вагоны от соли гниют. Здесь техника долго не живет. Да, хотя здесь волей-неволей вспоминаю фильм «Белое солнце пустыни». Помните? Пишите в комментариях, какой момент фильма вам больше всего понравился. Ну, а мы пойдем дальше. Нас ждет самое интересное. Процесс добычи соли, комбайн, погрузка. Это вот все. Пара слов в состоянии пути. Узкоколейные мотивы прослеживаются. Зачем менять весь рельс, если можно на накладку еще прикрутить кусочек? А вот и кусочки, из которых, видимо, выбирали. Поэтому сходы здесь нередки. Ветка и соляной ветер ее обволок солью. Красиво. Мы уже подходим к комбайну и видим поле добычи, и видим, как отчаливает автотранспорт. Здесь такой интересной техники еще соль возят. Вам поближе. Да что вы знаете о размерах? Второй путь, используемый для комбайна. Он у нас тоже на железнодорожном ходу. Не, ребят, ну это что-то вообще невообразимое.
Да, соль добывается линейно. И где было поле, становится море. Путь, на котором я стою, переволакивался. Несколько проходов, выработка на определенную глубину, по-моему, до 8 метров. Рельсы в бок, потом повторяется. Было бы 10 градусов, ехать страшно, все трещит, все скрипит. Пальцем так кладет. Рамы, кстати, деревянные. Пальцем сделай туда. Да-да, вообще разведет. Нет, нет. Вот так. Возвращаем в исходное. Вот так и происходит добыча. Разгрызает породу соляную. И она подается по этой трубе вот сюда. Вот она идет, идет, идет. Там дробилка. Дробилка, она измельчается, порода. И потом подается емкость. Вот какую подходит, такая и подается. Техника, кстати, американская. Вот такой вид рабочего места. Вот же, по сути, техника на железнодорожном ходу. А там, кстати, выбрасывается то, что не пошло. А потом в этом купаются туристы. Нет, кстати, прикольно. Очень интересный привод у этой штуки. Это необычные тележки 18-100. Видите, цепь. Это приводная. Соль, которую мы все с вами кушаем. Клип ядерного взрыва прямо на озере. Вот по такой косе. Пойдем посмотрим со стороны на этот чудо-комбайн. Кстати, вот выработка производится несколькими проходами. Такие полукруглые следы. Это от трубы. Глубина одного прохода 1,20 м. Он делает 6 таких проходов. Представляете, какая здесь глубина? Больше 7 метров.
да, интересное ощущение. По бокам, по 7 метров вниз. Ну, радует, что утонуть невозможно. Ну, друзья, дойдя до самой удобной точки, мы можем полюбоваться на это творение вселенной безумного Макса. В начале всего идет энергоблок, поставленный на платформу. А здесь уже приводные конструкции. Там дизеля, привода, мотки цепей. Ну и такая специальная помпа, которая высасывает всю соль наверх. В этом монстре происходит вся магия. Высосанная соль дробится. Отработка возвращается матушке природе. А то, что надо, грузится в такие кузова исполинского размера. Просто отпад. К слову, это чудовище 2000 года, но уже его скоро ждет списание. Потому что оно почти все сгнило. Почти все заржавело. Напрочь. Твориться там уже просто не к чему. Соль делает свое черное дело. А на обратном пути я еще обязательно искупаюсь. Все-таки положительная плавучесть – это очень интересное ощущение. Друзья, всем пока. Ставьте лайки, бейте в колокола. Впереди еще много всего интересного. Пока-пока.